С наступлением весны из-под снега появляются не только подснежники, но и мусор, оставленный людьми. И зачастую местом скопления отходов становится роща, расположенная в черте города. Так, в Комсомольской роще была выявлена и ликвидирована несанкционированная свалка. На месте побывала Наталья Чекет. Эта роща – излюбленное место отдыха горожан, особенно с наступлением плюсовых температур. Здесь каждый год проводят субботники, однако мусор все равно появляется снова и снова. Так, на этой несанкционированной свалке можно увидеть различный мусор. Но внимательно присмотревшись, становится понятно, что большинство отходов – это автомобильный хлам. Совместными действиями городской администрации и компании ЦАХ свалка в Комсомольской роще была убрана. Мы приезжаем на место и убираем своей техникой, своими силами вот такие навалы. Вот, и говорим о том, что, к сожалению, вот эти живописные места становятся со временем вот такие грязные, как раз таки за счет халатности вот этих вот людей, которые оставляют это здесь, вываливают на территорию. И самое плохое, что тут кинул один, кинут и другие. Соответственно, этот мусор только увеличивается. И нам приходится это дело постоянно убирать. Сейчас сотрудники администрации Твери проводят мониторинг особо охраняемых природных территорий и памятников природы, где также необходима уборка мусора. Группы обследуют все крупные природные объекты в городе, в том числе карьеры в Константиновке, Березовую Первомайскую рощу, парк в поселке Сахарова. Территории разделяют на сектора для последующей уборки. Кроме того, сами горожане могут помочь в выявлении и устранении несанкционированных мусорных навалов, обратившись к региональному оператору по обращению с ТКО. Представитель будет выезжать на это место, таким же образом актировать, привязывать это к координатам, составлять определенный акт. Ну и после этого мы будем обращаться уже к администрации, как бы администрации города и тем самым потом производить таким же образом уборку. Напомним, что региональным законом за сброс бытовых отходов и мусора вне мусорных контейнеров предусмотрен штраф для граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей, для организации от 15 до 30 тысяч рублей.